Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня разберем миссию для новичка, ну, на земочку. Возьмем базу и рейд по уничтожению. Уничтожению члена фракции Gold Organization. Вот эту давайте возьмем. Все, взяли. Что нам для этого нужно? Нам просто нужен ТРП. Больше ничего особо и не надо. Для тех, кто не знает, сейчас покажем, где ТРП находится у нас, как его взять, где купить. Такая музыка в лифте. Жестокая. Корабль любой подойдет, неважно какой он, даже сайдвиндер. Так, так, смотрим. Вот такая вот штука нужна. Вот. Гаражи для транспорта это называется. Здесь можно поставить как 2G, так 2H. И немножечко различается по весу, по энергопотреблению. В общем, такая вот история. Так, ну вот мы и прибыли. Сейчас как раз FPS проверим. У него там поселение очень проседало. Сейчас глянем, как наши разработчики починили там все это. Что они сделали. Сейчас все увидим. Так, ну помню, в этом месте прям жуткие были просадки. А сейчас 40. 41, 42. Ну что, начнем замес. Сейчас выберем. Таким вот нехитрым способом зачищаемся. Новичка, я так понимаю, костюма-то нет, а с ТРП все очень даже простенько все выглядит. Гранаты всякие. Куда ты спрятался, а? Ну что, кто еще там? Цель уничтожена.
Плазму, конечно, лучше не хватает. Надо за щитами следить. Готовчик. Еще кто тут? Все завершено. Так. Ну теперь можно спокойно грабить поселение. Сейчас добьем оставшихся солдат. Тур опять кого-то привез. Не пойму. Сканируем допуск. Он нам обязательно нужен. Так, ну и начнем с командного центра. Кто у нас тут есть? Кто-то есть. Продолжаю поиски. Стой на месте. Так, ну здесь, по-моему, вроде никого. Включаем все эти штуки. Эта штука отключает сканирование, то есть можно будет к любым дверям подходить. Они будут открываться.
Включаем турели. Хотя некоторые турели и так не работали из-за бага. Но это уже не важно. Так, начинаем собирать вот. Ну, здесь гранатки можно взять. Все подбираем, тут еще может что-то лежать. Да, щит пока можно отключить. Там где-то еще тут. Так, здесь где-то должна быть сигналка. Вот. Важная штука. По идее, должна отключать подкрепление. Так. Это нам не надо. Качаем данные. Вот эти вот штуки. По идее, вызывают подкрепление. Если их достать, то прибудет целый отряд. Опять надо месить. Так. Ну, вот так вот. Все собираем. Что надо, что не надо. Потом разберемся. Еще штучка. Так, энергию. О. Да, бывают такие. Вдруг откуда ни возьмись.
Так, наверху. Ну уж были там. Идем дальше. Так, где тут товарищ-то? Серёга. Так. Интересно, за этот сбор лута дают много арексов. То есть это вот то, что лимит на 400, он быстро заполняется. А тут, по-моему, и нет ничего. Так, ладно, уходим, идем дальше. Пойдем до бетера. Так. Осталось совсем немножко. Вот сюда вот. Заедем сейчас. Все, что наше, возьмем и уйдем отсюда. Где спрятался? Еще кто тут? А ну-ка покажи. Тут фонарик вечно выключается. Че, есть кто дома? Еще. Выжившие остались? Нет, все. Вроде как. Так, ну с чего начнем? С этого. По-моему. Да, я отсюда же пришел. Начнем собирать. Во, сколько здесь много всего. Нормально идет. Бывает по времени очень долго. Когда скачивается под типа что-то важное, а на самом деле оно вообще ни к чему. Просто валяется как барахло на складе. Что у нас в этом шкафчике? Целая куча. Нормально. Тут пусто. Здесь надо порезать. Это меня предупреждают. Предупреждают. Так, ну тут у нас тоже
Особо нечего делать. А тут вообще редко, когда что-то валяется. Так, по-моему, сюда вот надо. Ага. Тоже добротно так. Кафе пустые все. Так, мне нужно наверх. Гранатушки. Да, не густо. Ну ладно. В следующий раз, может быть, будет что-нибудь дельное. Так, где? Точно, вот сюда надо нам. Ну и финал. Это забрать регулятор. И отсюда улететь. Сюда ничего нет. Так. Больше ничего же тут нету, да? Вроде ничего. Кнопка. Начинаю размахаться. Так. Мне еще нужно зарядить костюм. Ну вот, наш регулятор готов. Забираем его и уходим отсюда. Так, где выход-то? Так. Нет. Не оттуда я вышел все-таки. Ну ладно. По-моему, сюда. Так, ну вроде никто не преследует. Это уже хорошо. Ну вот и все, друзья. Таким вот нехитрым способом зачищаем поселение. Ну вот, прибыли на станцию, сдаем миссию. Так, что у нас тут? Какой-то жирный газ. 10 тысяч влияний. Ну, выбирайте, что вам тут нужно. Всего вам хорошего. Всем пока.